Залегощинский парк – местная гордость. Каких деревьев здесь только не растет. Когда-то эти зеленые столбы были ниже человеческого роста. А сейчас про Залегощинский лес говорят – могучий. Куда как ни сюда выйти на субботник в первую очередь. И вот с инвентарем в руках в парк пришли 500 залегощинцев. Это очень давно было, это еще только маленький был. Такой был Громов, первый секретарь, так я слышал, который аллею делал до поселка и сажал этот парк. С вертолета, говорят, смотришь, в форме герба, серп и молота. Он был так сделан. Очень хорошее приняли решение убрать парк. Планируем листву убрать и порость срубить. Не устали, надо было подкрепиться. Сейчас пойдем дальше работать. Щепки летели исключительно от высохших деревьев. Новые сажали в парке с патриотическим названием «Лес Победы». Наряду с молодежью в зеленой акции принял участие и Андрей Клычков. Позитив. Мы сегодня начинаем с приятного, с прекрасного дерева сажаем. Мне Виктор Николаевич благодарен, что он дает возможность не только для района, но и не только для области, для областного центра, но и в районе внести свой вклад. Мы договорились на встрече с жителями приехать вместе поработать. Надо выполнять обещания. Мы наводим порядок и в городах, и в районах. И сегодня вот эта хорошая традиция, которая еще с тех давних советских времен пришла к нам, я считаю, она очень хорошая. Всего полчаса пешим шагом, и можно очутиться в прибрежной зоне. В Залегоще есть свой пляж. Подготовить его к началу купального сезона – задача не из простых. В этом году местным помогали члены правительства Орловской области наряду со своим руководителем. Андрей Клычков активно работал граблями. Районы, они для меня ровно такое же значение имеют, как областной центр. И мы ехали, когда в машине сюда обсуждали, как сделать так, чтобы мы в районах не выполняли маленький объем работ, который никому не заметен, а делали сразу комплекс. Поэтому я думаю, что даже на следующий год мы будем планировать и комплексное благоустройство и работ не в целом по области, а будем брать конкретные районы и все силы бросать для того, чтобы навести порядок. Хорошо бы из леса сделать настоящий парк с прогулочными зонами и аллеями. С такой просьбой залегощинцы на месте обратились к Андрею Клычкову. День района здесь проводится, строится площадка, строится сцена специальная, все это на стадионе. А здесь, здесь мы уберем, и жители, никто не против. Несколько десятилетий Залегощинскому парку не уделялось должного внимания, хотя субботники силами местных здесь проводились. Но ведь этого мало, чтобы лес превратить в настоящее парковое место. В те годы, когда он здесь был, видите, здесь была эстрада. Там асфальтированное место, есть старый асфальт, он, понятно, уже где-то обломался, где-то порепался так. Вот, была эстрада, то есть был забор, и стояла эстрада, и этого всего нет. Это в те годы еще, это где-то 88-89 год, по моей информации, потому что это было очень давно, порядка 20 лет назад. Андрей Клычков отметил, что ждет от залегощинцев предложений по их парку, чтобы в конечном итоге сделать его функциональным для жителей. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».